Опа. Все. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько вам лет? Мне 9 лет. А сколько вы танцуете уже? С 4 лет. Ого. Что мы сегодня увидим от вас? Восточный танец, смешанный с латиной. Мы готовы. Угу. Удачи. Замечательно. Спасибо. Как настроение? Очень хорошо. Ну, видно. Особенно во второй части в латиноамериканской программе. Мы увидели твое лицо. Да. Улыбка и удовольствие. Ты получала такое удовольствие во второй части. Почему первая часть немножко эмоционально? Потому что пока раскачалась. Да, восточный такой. И что, если восточный? А что ты себе представляла, когда танцевала восточный танец? Что вот? Она была загадочная. Все так серьезно, да, в восточных танцах. А чем ты больше занималась, латиноамериканскими или восточными танцами? В детстве восточными, а вот сейчас вот латиноамериканскими. Сейчас уже взрослая, уже можно и латиноамериканскими заниматься, да. Замахнемся на... Можно на более, да. Смотри, здесь все очень по-взрослому, вот как в твоей теперешней жизни, где латиноамериканская программа просто покрывает все, да? Здесь все по-взрослому. Только у нас есть вот фламенко, у нас есть хип-хоп, дэнс-холл, вок, современные танцы, у нас есть контемпорари, у нас разные стили, которые ты еще в своей взрослой жизни не танцевала. А ты бы хотела попробовать? Да. Да, хотела бы? Угу. А ты справишься? Да. Это...